Какая у вас оценка по ИЗО? Наверняка пятерка. Но готовы ли вы принять участие в Республиканской олимпиаде по изобразительному искусству? Здесь собрались мальчишки и девчонки со всего Башкортостана, у которых не просто отлично по рисованию, а сверх того и более. Гора новостей. На профильной смене в Республиканской художественной гимназии-интернате имени Касимуса Леоскаровича Давлеткильдеева. Ребята, которые попали в эту смену, дистанционно писали Республиканскую олимпиаду по изобразительному искусству. Как проходила олимпиада по изобразительному искусству? Сначала мы рисовали в своих школах, в своих городах. Например, я из Стерлитамака. Нам дали задание нарисовать натюрморт. Мы нарисовали, отдали своей учительнице, и она уже подала запрос. Потом прошла городская олимпиада, туда сошлись, получается, со школ. Проходишь этот тур, и после школьной олимпиады уже едешь в Уфу. Со всей республики на профильную смену съехались 26 победителей. Лауреаты первой и второй степени Республиканской олимпиады. Каждый день у олимпиадников проходят творческие занятия. Какие советы ты можешь дать ребятам, которые никогда не участвовали в олимпиаде, но хотели попробовать себя в этом? Все зависит от того, какое направление они для себя выбирают. Это может быть рисунок, живопись или композиция. В рисунке важно выделять форму. В первую очередь жюри смотрит именно на нее. Также важно, чтобы штриховка была по форме предмета. В живописи могу отметить, что важно писать многоцветно, видеть много цветов. Профильная смена длится 2 недели. На протяжении всего этого времени ребята живут и учатся там. После окончания смены ребятам предоставляется выбор, продолжить обучение в гимназии или нет. А чтобы все мероприятия прошли отлично, этим всем руководит Центр развития талантов «Аврора». Участники олимпиады выдвижения не только старательно занимаются, но и активно развиваются. А чтобы все это было на пользу, мероприятие смены проходит в тематике живопись. Дарья Левченко, Ильнар Бигбах, специально для «Горы новостей».